Что не упражняется, то упраздняется, сказал Лесгофт. Кто такой Лесгофт? Ну, был такой дядька, вот его именем назван у нас институт спортивный. Чем больше вы упражняете, собственно, свою память, и чем больше вы учитесь, а мнемотехника – это лучший способ по упражнению своей памяти и своего мозга из всех существующих вообще. То есть, если вы меня спросите две самые полезные вещи для вашего мозга, я даже скажу не изучение языков, хотя язык – это очень хорошая комплексная штука, я скажу две вещи. Устный счет, который будет на втором месте, и на первом месте – техники по запоминанию, потому что они задействуют колоссальное количество ресурсов, задействуют их правильно, и если вы этим занимаетесь, вы, скажем так, медленнее стареете, ваш мозг. Заметьте, профессора в 70-80 лет, которые не занимаются спортом, не питаются правильно и, скажем, много всяких не совсем положительных вещей, для них они находятся в более трезвом уме, чем большинство людей, собственно, их возраста. Это в первую очередь связано с тем, что они работают постоянно с информацией и учатся. Кстати, самое большое отупение, ну, отупением не назовем, самый большой скачок вниз происходит в каком возрасте, как вы думаете? Возраст, цифру назовите мне. 22-24. Если мы возьмем тесты людей в 22-24, то есть до этого шло как-то вот так, в 22-24 идет резкое падение. Почему? Заканчивается институт. У вас перестает... Вы переключаетесь, да, вы, может быть, идете на интересную работу, но вы идете в узкую задачу, что очень важно, узкая задача. Если у вас спортивная работа, это не значит, что вы спортивный. Может быть, у вас узкая задача, вы работаете только руками, только ногами, или в данном случае только головой с одной какой-то конкретной задачей. ВУЗ дает вам огромное количество этих задач, разные виды информации, постоянно держит вас в тонусе, во всяком случае, два раза в год он устраивает проверку, такие спортивные сборы, помните, да, система лесенки. Вот, тут лесенка, тут деградация, тут лесенка, тут деградация. С ВУЗом чуть вот так вот, а не так. Но все равно раз в полгода он устраивает для вас такие спортивные сборы. То есть зачем мы поняли? Помните об этом,